Так, это, как говорится, уже заключительная стадия создания игры на Game Jam. Позадолбался. Не подолбался, а вернее, тут надо настраивать баланс, как говорится, скорость там туда-сюда. И, по идее, дальше какую-то сложность увеличивать или что-то. Короче, работать над интересом, чтобы у игрока был интерес играть дальше. Единственное, хочу добавить лидерборд. Там есть сервис такой, чтобы именно онлайн человек поиграл там, собрал 50 монеток и, допустим, мог сравнить, кто и играл, если сохранял. Сохранялся в лидербордах, то сколько там у кого монеток, и может, типа, у кого-то азарт будет побольше монеток собрать. Но игра, в принципе, несложная. Я так думаю. То есть, ну, лидерборд пока не доделан, то есть здесь просто у меня сохраняется сколько, ну, максимально монеток ты собрал. Это просто локальное сохранение. About менюшка на пустая, потом я уже доделаю ее. И сама вот игра Play Game. То есть здесь враги черепа, да? С огнем. От них надо уворачиваться. А эти черепа, которые вращаются, их надо уничтожать, потому что если они улетают вниз за экран, они отнимают у тебя 3 монетки, по-моему. То бишь мешают тебе собрать много монеток. Ну, звуки я озвучил все сам. Микрофон чавкал тут, да. Как говорится, передел чавкал. Получаем урон от этой, от черепа. Ну, допустим, раз у меня уже 10 монет. В лидербордах уже тоже десяточка. Так, что там дальше-то? Ну, просто интересно, там настроено у меня со сбором там, допустим, скольки-то там монет начинает появляться на заднем фоне какие-то штуки, да, вращающиеся, которые типа отвлекают внимание, мешают тебе, ну, мельтешат, типа, куча объектов. Потом появляются на переднем плане объекты, которые начинают тебе прям в наглую мешать видеть, что происходит на экране. Не знаю, хороший это опыт или не очень, но это хоть как-то немножко усложнить геймплей, как говорится. Так. Ну, 3 жизни вот у персонажа, то есть 3 сердечка. То есть, когда сердечки кончаются, кончается игровой процесс. Выходим в меню, получается. Автоматически сохраняется, если у тебя был рекорд. Так, добить до 20, посмотреть, что там. Волханалия какая будет. Плеваться бесконечно эти, неограниченно. Так. Ага, снялись монетки, да? Было 17, было 14. Так, ну вот, одно сердечко исчезло. Так, надо двадцатки добить и посмотреть, что там. После 30 там будет то ли ускорение, я уж не помню. А, монетки будут чаще появляться. Монетки тоже в некотором роде мешают, получается, потому что когда персонаж с ними сталкивается, он как бы замирает, когда кушает.
Не успел, да? Так, сейчас должны появиться эти штуки. Ах, ну ладно. 18 уже. Идем на рекорд. Так, до 20 надо идти. Короче, пофиг, будем аккуратно все это делать. Ну да, игра тупенькая. Кто спорит, да, но это на джем. По-быстрому сделать. Получить некий опыт бесплатный. И в дальнейшем следующие игры будут все лучше и лучше. Ну, со временем, да, вот начинает быстрее спавниться горящий череп. Что там потом? Просто несколько дней уже делаю, и там что-то, короче, чего-то уже не перепробовал. Пришел вот к тому, что сейчас вот есть. Потому что что-то совсем было скучно. Не скажу, что это весело прям. Ну, как бы... Так, десяточку получили. Ну, дойти до 30 хотя бы. До 30 уже. Ну, какие-то вот елочки, не знаю, что это такое. В принципе, тут паттерн какой, то есть ты можешь дождаться, когда вот тебя предупреждает эта штука, и потом уже ехать куда-либо, скажем так. И как бы да, все, потом быстрее-быстрее, и ставка на то, что человек запутается в кнопках со временем и косичнет. Так, ну вот сейчас пойдут эти штуки. Вот они. И они так, в принципе, нормально мешают вообще. Как говорится, видимости. И уже сложнее. И вот скорость, да, этих уже больше стала ощутима. Ну, спавна этих черепов. Единственный косяк, надо те будут дальние... елочки, скажем так, я их назову, замылить, потому что они как-то резко смотрятся и как-то портят общую картину. Ну, типа, здесь же как будто фокус, да, задний план замылен, передний план замылен. Ну, в принципе, это сделаю только лидерборда и, в принципе, и все, и выложу. Как бы на этом. Потому что там какой-то через день наступает еще один Siberian Game Jam, там вот я хотел бы в нем бы, чисто он такой локальный, ну российский чисто джем, хотелось бы в нем как бы поучаствовать, попробовать силы по стране. Потом 17 мая начинается по всему миру Game Jam этот именно G-Develop, этого движка, там уже 1000 участников, ну, добавилось, хотят участвовать. Короче, там будет, конечно же, половина ничего не сделает, половина сделает трешак, и какие-то там единичные случаи, что что-то там будет. Так, сколько там у меня уже? Тридцать пять, да. Ну, короче, как-то так вот.